Как восстановить контакты в Telegram? Или же как экспортировать все контакты в Telegram? И оба способа, в принципе, одинаковые. Здесь, если вы потеряли свой номер, потеряли телефон или еще что-то, и не можете восстановить ни один контакт после авторизации в новом телефоне в Telegram, и вы теперь хотите восстановить все контакты. Это видео точно вам поможет. Если это видео помог, не забудьте скинуть донаты, $1 хоть там до поддержки канала. Здесь переходим по этой ссылке, ссылка будет внизу в описании, и дальше вводим номер телефона. Номер телефона вводим через плюс. Дальше нажимаем Next. Но здесь написано, что не придет к вам по SMS на номер, но придет вам в Telegram. В новом телефоне вы же авторизовались уже в Telegram, и он туда и придет, этот код. Нажимаем Next и подтверждаем этот код. Вводим код. Нажимаем авторизоваться. И в следующем этапе переходим API Development Tools. Переходим сюда. И здесь все мои данные Телеграма. Здесь нам только нужно будет две данных. Это App API ID и App ADI Hash. Получается, вот эту должны скопировать. Копировать. И ставим сюда. Будет вот такой вот папка. В архиве я его добавлю в облако, оттуда вы сможете скачать, ну, по ссылке перейдете и скачаете. Открывайте в блокноте и сюда вводите ID, API ID hash, API ID, вот сюда вводите API ID. А сюда API ID hash. Ставите, нажимаете файл сохранить и закрываете. Открываем нашу папку. И здесь нажимаем Export Telegram Contacts. Здесь идет соединение с Telegram. Выбираем свой выбор. Здесь второй Export Contacts. Нажимаем 2. Нажимаем 2 и нажимаем Enter. You have not authenticated, please authenticate first. Хорошо. Выбираем первый, авторизация. И нам говорит, пожалуйста, вводите номер телефона. Вводим номер телефона. Нажимаю Enter. Теперь также пришел код мне в Telegram и ввожу этот код. Нажимаю снова Enter. И следующий этап, конечно, нажимаю экспорт контактов. И мне говорит, есть 421 контактов. Export contacts with phone. Конечно, нажимаю Y, Yes, Enter. Теперь спрашивает, do you want to export with images, с фото, вместе с фото или без фото? Мне, в принципе, можно и без фото. Нажимаю Yes. А, то есть No. Мне нужно без фото, мне смысла нету. Нажимаю No. И перехожу обратно сюда. И сюда захожу и вижу, что контакт экспортирован. Так, теперь хотел добавить вот VCF формате. В Play Market или App Store скачивайте VCF формат контакт, чтобы экспортировать его к вам в телефон. И вот так с легкостью вы можете экспортировать. Таких приложений полно. Про это я снимать не буду.